Бизнесмены смогли найти ответы. Накануне челнинские МФЦ присоединились к всероссийской акции «Дню открытых дверей для предпринимателей и юридических лиц». Любой желающий, опытный или начинающий предприниматель мог здесь получить ответы на вопросы по организации своей работы. Причем все в одном окне. Достаточно было взять талон к нужному специалисту, госалкогольинспекции, исполкома города и Роспотребнадзора. Чаще всего открывают предприятия торговли и предприятия общественного питания. По словам специалистов, самое непонятное для челнинцев, мечтающих открыть свое дело, с чего начать и как все сделать правильно. До начала предпринимательской деятельности должен подать уведомление в управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. С правилами подачи уведомления можно ознакомиться на официальном сайте управления Роспотребнадзора 16roспотребнадзор.ру.